Всем доброго времени суток, с вами Натали и Гарри. Сегодня я хочу вам рассказать о том, что в основном питание попугая всегда обязательно присутствует каждый день в свободном доступе сухая смесь, зерновая сухая смесь. К тому же мы всегда добавляем веточки, мы добавляем фрукты, овощи и обязательно в питании попугая еще должна быть каша. Я уже в предыдущих видео говорила, что кашу мы покупаем обычно смесь 9 злаков плюс лен. У нас это продается, не буду рекламировать фирму, в общем, вот в таких пачках. Вот, что сюда входит? Пшеничные с мягкой озимой пшеницей, ячменные, овсяные, житние, гречневые, пшенные, кукурузные, пшеничные с ярой пшеницы, рисовые и семечки льна. Гарри, а чем мы кусаемся? Дальше, как обычно, мы завариваем хлопья. Можно их немножко проварить. Эти достаточно мелкого помола, поэтому я их заливаю кипятком и добавляю фруктов. В данном случае сегодня я добавила ежевику. У нас летом ежевика есть. Я ее замораживаю, как и основные фрукты, и завариваю. Для того, чтобы покормить попугая, больше ничего добавлять нельзя. Ни соли, ни сахара. Можно добавить немножко меда. Поэтому я завариваю себе тарелку, делюсь с Гарри, а потом по вкусу добавляю себе масло, либо же сахар. Вот. Но дело в том, что у нас Гарри сам кушать не любит кашу. Гарри, давай кушать, давай. Давай, иди к маме. Иди сюда, иди. Иди сюда. Давай. Ну, вот как-то так. Вкусно тебе? Пробовала оставить ему в тарелочке, пробовала давать с ложечки. Но как-то, совсем не хочется. Гарри, почему так? Может, ты попробуешь все-таки сам? Давай, ты же уже взрослый мальчик, тебе уже 5 месяцев. Вот, поэтому где-то, чайную ложечку он съедает. Думаю, не больше. Гарнюська, давай. Вот, молодец. С рук же тоже можно кушать, правда? У меня Гарри любит, чтобы она была не слишком разваренная. Но вы попробуйте, как понравится вашему попугаю. Потому что кому-то нравится, чтобы она была прям как слизь. Кому-то нравится, чтобы она была рассыпчатая. У каждого попугая, как и у человека, свои вкусовые... восприятие, да, кому как нравится. Вот, поэтому вот такое вот тоже небольшое видео по поводу того, что попугаю необходимо добавлять в питание каши. Самое главное, не добавлять туда никаких приправ, ни соли, ни сахара. Попугаю это не надо. Можете добавить фруктов. Фрукты, вот он любит вишню. Вишня размороженная, она... достаточно вкусная, он ее с удовольствием кушает. Все. Он просто уже кушал, поэтому видео я начала снимать не сразу. Да, золотой мой? Ну почему так? Ну почему? А сам с рук нет? Гарри, почему так? Давай, давай. Тебе хочется побыть маленьким птенчиком? А я твоя мама. Ну, а так. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Всегда буду рада отвечать и видеть ваши лайки.